Слотокін. Королевский сезон начинается. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о том, что вот есть последняя статистика, что, допустим, в Москве там один человек гибнет на войне с Украиной на 100 тысяч населения. Там в Туве и других регионах значительно больше. Как вы считаете, понимают ли это регионы, видят ли это регионы, или это еще та стадия, когда это вот так вот, ну, пришли гробы, да, ну, пришли. Сейчас это не влияет на какие-то массовые настроения? Нет, конечно, это влияет. Надо понимать, что вот эта история с несправедливым распределением, так сказать, вот этого военного тягла, если можно так выразиться, значит, она наложилась на давние по отношению к Москве, которая у нас давным-давно наблюдается, значит, она связана с вот этой путинской сверхцентрализацией. То есть из региона выкачали все соки, все полномочия от региональных и тем более муниципальных властей, ничего не зависит, все решения принимаются в Москве, регионы это чувствуют. Если что и объединяет региональные элиты с населением вот, глубинки, так это как раз вот эта нелюбовь к столице, зависть, злость. И то, о чем вы сказали, это как раз накладывается на вот эту уже, можно сказать, знаете, на уже становящиеся системными противоречия. Вот. Теперь еще наложилось вот, это вот, вот этот фактор. Ну, дескать, мы должны... Москва придумала эту войну, а мы должны там кровь проливать. Значит, в целом это противоречие не столько по оси город, не столько по оси Москва-периферия, сколько столица-периферия, сколько по оси город-деревня. В регионах, в той же Туве, опять же, внутри тоже распределено вот это тягло несправедливо. Города задействованы в гораздо меньшей степени, село задействовано в гораздо большей степени. То есть очевидно, что система заточена под максимальную мобилизацию сельских жителей, тех, которые, значит, знаете, наиболее такой вот бессловесный скот, что называется, да, у них нет навыков социального взаимодействия, нет навыков даже в социальной сети просто что-то писать. В этом смысле труп, приехавший из Украины в деревню, и труп, приехавший в город, они не равновеликие. Для системы труп, приехавший в деревню, это небольшая проблема. Ну, похоронили там односельчане, напились там, на поминках, передрались там, и все. Кроме односельчан никто ничего не узнал. Вот. А горожане, они начинают там, фотографировать, социальные сети выкладывать, обсуждать. Это уже вот такое, с точки зрения властей, свинское поведение, конечно. Вот. И это уже начинает влиять, это уже попадает в медийное пространство, вот эти фотографии кладбищ бесконечных, да, и это начинает влиять на общественное настроение. То есть одной фотографии вот этих бесконечного поля кладбища со свежими могилами достаточно для того, чтобы опровергнуть тезис Путина о том, что все идет по плану. Вот. Поэтому, конечно же, власти ориентированы на то, что по максимуму, вот выбирая между столицей и периферией, выбираем периферию, выбираем между городом и селом, выбираем село. Ну вот так они и работают. В этом смысле, кстати, власти совершенно четкий сигнал посылают. Чем больше вы недовольны, чем более силен ваш протестный потенциал, чем менее вы лояльны, тем больше у вас шансов, в общем, избежать войны и выжить. Вот такая история. Москва ведь протестный город. В Москве постоянно по любому поводу протесты, иногда прям на ровном месте, вот, и власти это знают. Поэтому Собянину позволено в максимальной степени дистанцироваться от происходящего, не влезать в тему СВО, по минимуму тащить москвичей на войну, понятно, тащат, но по минимуму разрешено заменять москвичей там этими гастарбайтерами, значит, которых он активно вот во время первой волны мобилизации пытался тащить туда вместо самих москвичей. Разрешено вербовать москвичей, Москве разрешено вербовать людей, контрактников, значит, в других регионах.
другие регионы жалуются, что, ну, власти жалуются, что, дескать, нам самим надо, у нас у самих целевые показатели стоят, а тут москвичи, значит, сманивают наших, значит, мобилизуемых, да, с тем, чтобы их уже от Москвы оформить, понимаете, да, и от Москвы отправить. Ну, то есть, условно говоря, ты житель Брянской области, но ты завербовался через Москву, уехал через Москву, и, соответственно, брянским властям за тебя галочку, так сказать, не ставит Кремль, да, а ставит в Москве. Вот. То есть это как раз связано вот с тем, что вот такое в Москве позволено делать, именно потому что все понимают, что не стоит москвичей беспокоить, как бы чего не вышло. Вот. И в этом смысле быть нелояльным, вот сейчас это становится очевидным, оно не в значительной степени, в общем, выгодно. То есть, конечно, с одной стороны, ты рискуешь попасть под репрессии. То есть на индивидуальном уровне быть нелояльным невыгодно, тебя репрессируют, да? Но в целом, если ты житель территории, которая нелояльна, которая голосует протестно, которая на улице там привыкла выходить, то тогда твой шанс быть мобилизованным уменьшается. Вот такая вот диалектика.